говорит бабушка, направляю вам отчет об исследовательской миссии на 26 печатных листах. От себя могу добавить, что вчера, во время преодоления особо опасного участка Вселенной, я дважды превысила световую скорость. Теперь жду, когда начнут приходить межгалактические штрафы. Радует лишь то, что при преодолении светового барьера чайник закипает раньше, чем ты его поставишь. Такой вот временной парадокс.